впервые на моем канале, это влог, потому что я решила, что почему бы его не снять. Вот сейчас у нас четверг, 22 февраля, у нас солнечно, но у нас холодно. Вот, потому что были дни, когда было жарко, сейчас у нас холодно. Обратите внимание на мой голос, я недавно только встала, сегодня я проспала 5 часов. Потом объясню, почему. Сейчас я буду делать себе чай и пойду доделать уроки, поскольку завтра в школу, сегодня у меня дистанционка, тоже объясню потом, почему. Вот, и завтра мне в школу, поэтому мне сейчас нужно доделать кое-какие уроки. Вот, самое главное — это история и ИЗО, искусство. Вот, и сегодня в 7 вечера мне еще в бассейн. Это будет первый раз, когда я пойду в бассейн в этом году, потому что у меня были тогда занятия, но по причинам перестала ходить туда. Вот, поэтому я опять буду возобновлять тренировки. Вот, чтобы все было прекрасно. Сейчас я пошла готовить чай, и потом уже пообщаемся побольше. Еще я сегодня снова в толстовке, потому что дома холодно. А еще у меня носки с говном. Это 2015, когда я выпускалась из садика. Начало влога у нас как-то непонятно началось, я даже ничего не сказала толком, потому что я хотела быстренько сделать историю и уже закончить с этим. Теперь это больше похоже не на влог, а на какое-то разговорное видео. Ладно. В общем, сегодня в школе у нас дистанционка, поскольку старшеклассники сдают экзамены. Ребята, я с вами. Крепитесь там. Вот, поскольку все свои ВПР экзамены мы уже сдали. Короче, в итоге я так и не доделала историю. Поскольку у нас сегодня дистанционка, нам задали, как всегда, дофига. Вчера у нас тоже был дистанционный день. Я тогда сделала то, что успела. Вот, сегодня уже мне нужно доделать историю, потому что завтра ее сдавать, и ИЗО тоже. Поскольку по ИЗО скоро 9 мая, нам нужно сдать именно в пятницу, потому что на той неделе, в понедельник и вторник, у нас будет опять дистанционка. Вот. Насчет следующих недель я еще не знаю. От моих синяков под глазами привет. Хочу поделиться своим огорчением. Я решила для себя, что я буду ложиться раньше спать, поскольку вчера я легла очень поздно, где-то в 4 утра. Да, мама, привет. В итоге я легла в 4 часа и проспала всего 5. Я встала еще не раньше, чтобы это все сделать. Вот, и план по тому, чтобы ложиться в 11 хотя бы, у меня провалился. У меня получилось только лечь вчера, ой, нет, позавчера, где-то со вторника на среду в 12 часов, и то в 12 часов, потому что мне просто было лень встать и пойти умыться. Ванные процедурки. В крайнем случае выйду только на улицу, потому что чтобы поехать в бассейн, поскольку у меня возобновляются тренировки. Этому я очень рада. А еще насчет своих волос. Я скоро пойду снова подстригаться, потому что они у меня довольно выросли. Вообще, по факту, я подстриглась. Я в том видео, где я говорила насчет того, почему я подстриглась, теперь у меня каре. И это правда, я не заправляла никакие волосы. Вот. Я не сказала то, что... Изначально меня подстригли по плечи, да, но они выросли вот примерно, если по кончикам смотреть, то они выросли вот так примерно, ну, или больше, даже не знаю. Но они выросли, это чувствуется, когда я заплетаю хвост низкий, потому что высокий хвост у меня довольно отвратительный, ублюдский, называйте, как это хотите. Показателей нет, если я покажу, то вам очень крупно повезло, если я вставлю это во влог. Не могу. Да. Скоро я пойду подстригаться и хочу подстричь выше плеча. Ну, как сказать? Вот, смотрите, человек, который проходил 12 лет с длинными волосами,
Почти 12. Ровно. Короче, в этом году мне 13. Всем хай, кто не знал, да? Вот. В этом году мне 13. И в этом году я подстриглась. Короче, будем считать, что я проходила 12 лет с длинными волосами. И я даже сейчас не могла, я тогда даже не могла подумать, что я буду просто такая, типа, блин, хочу подстричься. Это влог, а не отдельная тема про волосы. Цель — это подстричься на лысо теперь. Поэтому я все ближе и ближе к этой цели. Ладно, это, конечно, шутки, но что будет, я не знаю, типа... Может, в 14 я уже буду лысой? Просто хочу постричься покороче, что-то примерно вот этого будет. Вот, что-то примерно такого хочу себе сделать, чуть покороче, типа что-то типа короткого каре. Вот. Я не буду сильно разговаривать, потому что это влог. Во влоге нужно разговаривать, но сделаем вид, что я сказала что-то умное. Это не разговорное видео. Я пошла, короче, доделать историю, изо, и вы идете вместе со мной, потому что это влог. Короче, я вам еще не показала, я к себе купила новые, что-то между кроссовок и кедов. Вот, я еще себе там купила вот эти вот джинсы, это же эти вроде джинсы. Вот, и что-то наподобие обуви, кроссовок и кедов, такие белые. Вот, я пока не буду их носить сейчас, хотя в пятницу у нас в городе уже будет потеплее там опять, поэтому я думаю, я их надену. В пятницу там уже буду начинать носить, когда будет тепло, потому что они маломерки и могут быстро стать маленькими. Вот, но они вот такие белые, мне нравятся. И мне очень жалко их, потому что они попали не в те руки, потому что они белые. С моим опытом в белом мне лучше не ходить. И джинсы. Ой, джинсы я, наверное, не буду надевать, я не знаю. Может, надену. Сейчас покажу просто пока. Одной рукой вообще неудобно. Просто такие джинсы. Обыкновенные совсем джинсы. Короче, сейчас все померю, покажу. Это же влог. Мне все равно нечего показывать. Короче, вот так вот они на мне сидят. А у меня есть еще другой ремень. Вот. Там он черный, но мне кажется, этот больше подходит. Вот, носки с говном. Моя жизнь. В общем, вот такие вот они. Обычные джинсы, не знаю. Просто надо было купить мне новые, и все. Вот. И сейчас померю что-то типа кед. Камень, они очень белыми смотрятся. Короче, вот такие обычные что-то типа кроссовок кедов. Я не знаю, как их называть. Называйте, как хотите. Вот так они сидят на ноге. Не знаю, в общем, как-то так. В общем, как-то вот так. Еще мы с Ритой где-то в конце мая договорились сходить тоже пошопиться. Там мне нужно будет еще купить себе кучу футболок, потому что у меня футболок нет. Шорт, ну там всякое на лето. Поэтому, да. Короче, я сейчас немного полежала, отдохнула. Всего. Вот. И я уже сделала примерный набросок своего рисунка на 9 мая, пока у меня будет... Ой. Куда-то там упала. В общем, какой-то уродский вообще рисунок у меня получился. В общем, мы уже приехали с бассейна. Я в итоге... Тогда я хотела поехать в футболке, я потом переодела толстовку. Вот, мне было бы в ней комфортно. Вот так вот. Сейчас пойду в душ, потому что я толком не помылась. Я просто быстренько обмылась и немного посушила голову. Она мне до сих пор мокрая. Вот. А свои белые кроссовки я протерла и отложила в лучшую жизнь. А в них я буду ходить где-то в пятницу. Начну, потому что пока что еще прохладно. Вот. А так, в принципе, норм. А еще меня фоткала мама, у меня фоточки, и я думаю, что я сейчас выложу их в Инстаграм, поэтому переходите в описание, ссылочка там будет на мой Инстаграм и так далее. Вот, я пошла, думаю, в душ, и думаю, вернусь, уже буду дорисовывать свой рисунок по ИЗО. Мне наконец-то нужно его дорисовать и доделать английский, потому что ей там нужно еще задание на пятницу, и математику. Все это время я только сейчас догадалась поставить телефон на штатив, чтобы снять себя. Я уже сходила в душ,
привела себя, свое лицо в порядок, все ок. Вот, и сейчас я наконец-то буду дорисовывать этот рисунок, наконец-то. Я его не могу показать, потому что на нем стоит штатив. Сейчас я его буду дорисовывать, в принципе, там работы немного. Думаю, что во влогах я не буду вставлять, когда у меня, знаете, высвечивается типа ТикТока, там Инстаграма, типа название вот это все, да. Я не буду это вставлять во влог, вот, просто... Когда у меня будут влоги, знаете, что все ссылочки на мои соцсети будут в описании. Вот, а в более разговорных видео, что-то такое, не во влогах, конечно, будет высвечиваться здесь. В общем, всех люблю, целую и всем пока!